Всем доброго времени суток, рад приветствовать вас на своем канале. Ждет нас новая основная сюжетная линия с миссией Баварии на самолете. Поэтому погнали ее проходить. Я думаю, что осталось немного. Скоро, возможно, начнется новый какой-нибудь проект. Шелдон! Что ж, хорошо, что заглянул, сынок. Значит, ты решил присоединиться к борьбе за Медичи? Слушай, я хочу кое-что прояснить, прежде чем мы перейдем к делу. Я прогнивший и коварный негодяй. Это правда. Многих диктаторов, считавших меня лучшим другом, я обводил вокруг пальца. Но лишь трем людям я доверяю, Рико. Себе, что понятно, дяде Сэму и тебе. Слушай, малыш, не обещаю говорить тебе одну правду, но я никогда тебя не предам. Знаю, это был Зино. Я так и знал. С самого начала знал, что этот никчемный коротышка задумал какую-то пакость. Знаешь, Шелдон, когда-нибудь я спрошу тебя, как так вышло, что мы встретились на корабле в ночь, когда погибли мои родители. И я уверен, что ответ мне не понравится. Дайма! А ты что здесь делаешь? Роза сказала, что я вам нужна. А она сказала, куда идти. Ну откуда... Шелдон? Да, Рико? Ты уже втираешься в доверие к новому лидеру Медичи. Сам знаешь, старую собаку новым трюком не выучить. К тому же Роза Мануэла — поборник свободы. А свобода — мое второе имя. А теперь, может, остановим эту бомбу и спасем мир? Давай, малыш, шевелись! Какой он прохиндей все-таки, этот Шелдон. Мой источник говорит, что бомбу грузят на самолет, направляющийся в более тихую гавань. Надо так, попасть у на нас борт. Здесь есть какие-то непонятные стволы. Может быть, посмотреть, что у нас есть здесь. Так, что у нас есть здесь? Вот это какая-то такая сомнительная пушка, на самом деле. Да ладно, не буду я заморачиваться. В принципе, я уже стрелял, по-моему, вообще со всего, что тут здесь есть. Гонял на всем, стрелял во всем. Этих дорог нет даже на картах агентства. А нас никто не подозревает. У меня плохое предчувствие. Хотя чаще всего, тебе надо веселее думаем. Смотреть на жизнь. В конце концов, у тебя есть бесконечный парашют. Ага. И... Черт, блокпост! Этим меня не остановить. Вот и наша птичка, Рико. Заезжай внутрь. Бомба в грузовике на борту. Разберемся с ней, когда поднимемся в воздух. Чертово движение. Черт, я и забыл, как... Ух, залетели. Я уж думал, сейчас опять какой-нибудь глюк или баг будет. Кстати, здесь еще в самом начале очень много было. Приближаются новые силы. Стой! Привет. Защита работает. Похоже, они уже здесь. Дайма, обезвреживай бомбу. Шелдон, ты поведешь самолет. Ха-ха! Так, чем мы займемся? Я так понимаю, что будем стрелять. Ну, будь что будет. От стрельбы я здесь никогда не отказывался.
Это же все-таки основная фишка этой игры. Кого-нибудь замочить. Орел приземлился, Рико! Штурвал у меня! Поднимаюсь наверх! Авиакомпанию. Да уж, неплохо они так позабавились с взрывчаточкой с этой.
Нет, нет, нет! План был безупречен! Вы лучшая частная военная компания в мире! Как вы могли не справиться с глупым ребенком в костюме белки и с веревкой? Я преподнес вам Родригеса на блюдечке. А теперь он думает, что я бегу из Медичи, поджав хвост. Какой-то странный перевод. Нет! Бавария, опалить землю, я не потеряю Медичи и драгоценные шахты из-за вашей глупости! Посмотрите, до чего вы меня довели! Уберите это. Жесткий тип, конечно. Конечно. Повстанцы атакуют, когда им вздумается, а потом прячутся за стеной. Атакуйте их, и пусть они знают, что вы наступаете. Отправьте лучшие части, вытащите этого дурня Зина из их тюрьмы. Я хочу знать все, что известно ему. И я не могу допустить, чтобы Родригес что-то вытянул из этого жалкого труса. А если увидите самозванку Розу Мануэлу, пустите в нее пулю. Не подведите меня. Ну вот здесь, кстати, прям по их внешнему виду-то видно, что они прям вот что-то типа фашистской какой-то организации. Какие-то солдаты Третьего Рейха. Ребятки, Рико, мы с повстанцами везем кое-какие краденые припасы с севера. Встретимся у стены. Есть новости. Похоже, Деравелла собирается атаковать. Нам понадобится твоя помощь, Амико. Дела у тебя, кажется, неплохо. Вижу, поправляешься. Пора задуматься. Так, на этом, я думаю, диалоги закончились. Так, поэтому сейчас всем спасибо за внимание, всем хорошего настроения, увидимся в новых сериях. Пока-пока.